шведский стол в поселке Бильдиби, Карелта отель. 4 звезды. Давайте посмотрим, как кормят. Все включено. Вот это различные сладости. Ну, тут уже обед заканчивается. Все уже подъели. Фрукты. Дальше здесь была рыба запеченная. Сейчас уже селедочку дают. Макарошки. Наггетсы. Нет, спасибо. Капуста, сате, рис. Это у нас зеленая чечевица. Написано на 3 языках. На турецком, на русском и на английском. Здесь различные специи, какие хотите. Вот там суп-пюре наливают. Здесь различные салаты. Вот смотрим. Капуста такая. Салат зеленый, творог, потом капуста, петрушка, помидорчики. Вот здесь были баклажанчики соленые, запеченные помидоры, капуста, лук. Тут салатик какой-то зеленый из свежих фруктов, нет, из свежих овощей. Маслины, оливки разные, и соленые, и не соленые. Здесь макароны, потом цветная капуста. Вот здесь я сегодня брала запеченные кабачки, мне понравились. Фасоль. Вот здесь с майонезом что-то я не знаю, что это. Кетчуп. Фасоль. Салатик опять из овощей свежих. Здесь баклажаны запеченные. Что-то еще с макаронами. Салат. Картошечка. Морковка. Маслины. Помидорчики. Перчики. Солености. Салат с майонезом, лук. Ну, здесь то же самое, что и на той стороне. И различные здесь кетчуп, майонез. Булочки, хлеб пекут сами. Вот можно такие булочки брать. Можно здесь батон резать. Можно темный, можно светлый. Вот такие батоны. Теперь пойдемте в бар посмотрим. Вот так выглядит главный ресторан. Здесь ножи и вилки уже лежат на столе. Ходит официант, убирает посуду. То есть самому не надо здесь убирать. Вот ходят официанты в белых рубашечках. Достаточно большой ресторан. Там находятся горки. Чуть поближе потом покажу. Мы сейчас идем в бар. Бар вот идем, поворачиваем вот сюда. Здесь еще один зал. Вот здесь у нас аппарат с различными соками. Вот обслуживают официанты. Это типа фотоотчет домой? Ну, в YouTube, да. Есть Pepsi, да, Mirinda, еще какой-то напиток. Спрайт, да. Газированная вода. Потом можно здесь и кофе с молоком, и чай. Вот водичка, это можно с собой в номера брать. И вот такой вот... Можно, да? И здесь выход на задний двор или передний. Вот такой вид красивый. Смотрите, горы вдалеке. Вот такая огромная гора. Качели. Но здесь нет зонтиков. Ну, это так вечерком сидят люди, пивко попивают.